участвует в такой замечательной спортивно-патриотической акции, и мы чувствуем себя членами одной большой единой семьи. Рады принимать активное участие в всероссийской акции, спортивной акции. Быть здоровым – это модно. Самое лучшее средство для омоложения и оздоровления. Считаю, что в наше время нужно заниматься больше спортом, больше делать на это наклон, как было, я считаю, в Советском Союзе. Цель у нас была сегодня одна – облиться водой во имя праздника, закаленности духа. Быть сильными, здоровыми, набираться духа, каждое утро обливаться. Здоровый дух, а поэтому, если будете вести здоровый образ жизни, все будет получаться. Вся жизнь будет вам улыбаться и принести только удовольствие, радость и счастье.